Харли, я понимаю, у нас есть небольшие разногласия по сторонам. Я борюсь за добро, а ты за зло. За добро вы боретесь. Да нам и не такие проблемы решать приходилось. Так, давай не будем ссориться. У нас уже была одна стычка, и ты помнишь, чем она закончилась. Ну и тьфу на тебя. Ой, этот Дэдшот такая милашка. Всем привет, с вами интернет-магазин покупалкин.ру, Чудо-женщина и Яшечка Харли Квин. Сегодня у нас на обзоре LEGO DC Comics Super Heroes с артиклом 76053 и с названием «Погоня на мотоциклах по Готэм Сити». Давайте знакомиться с персонажами. Это Бэтмен! И он в своем сером костюме, который мы уже видели, например, в наборе Joker Land. Только там у него были сапоги, а здесь их нет. Конечно же, есть принты спереди и сзади под плащом. Он тканевый и сидит очень хорошо, благодаря тому, что немного мягче, чем обычные плащи. Под маской Бэтмена скрываются два лица. Более нейтральное и напряженное со стиснутыми зубами. В руках держит крюк-кошку и Бэтранг. Следующий у нас Дэдшот. Этот наемник выглядит очень круто. Красный и желтый костюм. Есть принты на теле, ногах и даже на руках. На серой голове крутой принт маски, а за спиной у него джетпак. А самое главное, это огромная базука. Между прочим, она может стрелять. А вот у нас... Харли, будь хорошей девочкой, дай мини-фигурку. Нет, это же моя мини-фигурка. Я такая красивая. Явно достойна Джокера больше, чем я. Опять со своим Джокером? Сколько можно по нему уже рыдать? Отдай мини-фигурку, отдай, отдай! Hello, darkness, my old friend. Вот же ж Харли! Кстати, вот и ее мини-фигурка. Сказать, что девушка, влюбленная в Джокера, выглядит необычно, это ничего не сказать. Бледная кожа и яркий красно-синий костюм. Принты показывают, что на Харли одет корсет, а под красно-синими хвостами скрываются два лица, улыбающееся и злое. В руке держит легендарный деревянный молот с двумя стикерами. На одной стороне изображены четыре ромба, а на другой надпись «ПАУ». Получай, Бэтмен. Плохой Бэтмен. Харли, а ты в курсе, что в этом наборе у тебя есть вот такой прекрасный мотоцикл? Какой красивый! Но без Бэтмена молотом намного интересней. Получай, за Джокера! Вначале я вам поведаю о мотоцикле Бэтмена. Здесь сразу бросаются в глаза широкие колеса с резиновыми покрышками. Благодаря этому транспорт едет уверенно и не пытается скользить по поверхности. Оформлен он очень в стиле Бэтмена. Все черное с некоторыми серыми и желтыми деталями. По бокам есть стикеры с логотипом Бэтмена. Около заднего колеса есть большой фонарь, так и не ясно для чего он. Может, он посылает бэт-сигнал в небо, а может, просто для ослепления врагов сзади. Посадка у Бэтмена сделана интересно. Он как бы ложится в мотоцикл, и, к сожалению, фиксировать его в такую позу не очень удобно, но смотрится круто. По бокам заднего колеса есть два шутера, которые прикреплены на шарнирные балки, а это значит, что стрелять из них можно аж в нескольких положениях. Также здесь есть держатели для аксессуаров Бэтмена. Ну а в самом низу две выхлопные трубы. Или это такие стоп-сигналы? Честно, не особо поняла, но все же больше склоняюсь к выхлопным трубам. Мотоцикл Харли чуть меньше и выполнен в тех же красно-синих цветах, что и сама Харли. Переднее колесо большое, и по размерам оно копия тех, что стоят у Бэтмена. Только обод у него красный. А вот заднее колесико небольшое, но радует, что покрышка из резины, а значит байк не будет скользить. На самом деле этот мотоцикл чуть беднее. Из фишек здесь четыре выхлопных трубы, две из которых двигаются вверх и вниз.
а с правого бока есть два держателя для молота. В одном положении он просто стоит, а в другом можно легко атаковать врага сильным ударом. Также тут удобно сажать мини-фигурку. Она просто крепится и никуда уже не девается. Ах, да, руль двигается в нескольких положениях. Получай, Бэтмен, за моего пирожочка! Тыщ-тыщ! Хватит мучить бедного Бэтмена! Знаешь что, ты заслужила взбучку! Должна признать, в этот раз ты дралась лучше, чем в предыдущий. А ты для принцессы как-то хиленько дралась. Так, не начинай. Давай лучше прощаться со зрителями. С вами был интернет-магазин покупалкин.ру, чудо-женщина Настя и Харли Квин Ира. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, а в комментариях пишем, за кого вы? За прекрасную чудо-женщину или няшечку Харли Квин? Самый интересный комментарий, как всегда, попадет в наше следующее видео. Всем пока-пока!